Друзья, всем привет! Встречайте! У нас в продаже появился так называемый заводской кастом, а именно Honda Fury 2015 года выпуска. V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 1300 сантиметров кубических жидкостного охлаждения. Шестиступенчатая коробка передач и мокрое сцепление. Карданный привод на 200-й баллон. Заниженная посадка с завода и изобилие хрома. Большое смотровое окошко между рамой и двигателем. Отсутствие практически любой электроники, кроме инжектора. Пробег всего 3721 миля. Этот круизер предназначен для любителей заводского кастома. Он уже доступен тест-драйву. А также напоминаю, что его и все другие мотоциклы можете купить у нас в кредит. Для этого пишите нам личные сообщения.